Евгений Шумейко отчитался перед депутатами о результатах своей деятельности и работы администрации, исполнении бюджета, муниципальных заказов, земельные и имущественные вопросы. В отчете более 15 пунктов. Наши совместные решения помогли не только достойно завершить год, найти выход из сложившихся проблем, создать задел на будущее, но и сохранить лидирующие позиции по многим показателям. Это отмечено как на региональном, так и на федеральном уровне. Начал Евгений Шумейко с показателей эффективности и результативности работы, значительного роста финансирования отрасли социальной сферы, в том числе общего образования, здравоохранения, культуры. Один из главных пунктов отчета – деятельность ЖКХ и благоустройства города. В 2012 году проводили инвентаризацию бесхозных объектов жилого фонда. Успешно решалась задача по сносу аварийного и ветхого жилья. За отчетный год снесено 24 дома. Осуществлен ремонт и модернизация 9 лифтов в многоквартирных домах. Продолжается работа по обустройству полигона твердых бытовых отходов. В течение года было обнаружено 28 несанкционированных скважин, из них 25 скважин было ликвидировано. Продолжена работа по очистке территории городского округа от бесхозной техники. В течение года на муниципальную стоянку доставлено 116 единиц автохлама. Далее об учете и распределении жилья, содействии развитию предпринимательства, социальном партнерстве. В конце выступления руководитель администрации остановился на первоочередных задачах предстоящей работы. Это привлечение инвестиций во все сектора экономики, укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, увеличение доходной части бюджета с помощью развития туризма. Депутаты оценили выступление Евгения Шумейко, но без критики не обошлось. Я за два месяца написал 16 обращений. Всего лишь. Значит, из них могу сказать, что ответа получил только 7, из них большинство отписки. Самые настоящие отписки. Вот. Обращение, когда я вам скажу, серьезно. Я думаю, что вы их читали, я думаю, что вы достаточно внимательно отнеслись и поручили своим чиновникам ответить. Я могу сказать, что чиновники как-то относятся к вашему поручению несерьезно. Сегодня, к сожалению, руководство и контроль за управляющими компаниями и теми структурами, которые благоустраивают наш город, оставляет желать лучшего. И я считаю, что руководство должно быть усилено, быть более жестким и комплексным. Это первый раз в поселках, это вот отношение к отчету. Я хотел бы, чтобы конкретно, если следующий раз отчет, третий отчет, который будет годовой, все-таки бы акцентировали определенные моменты на те позитивы и те негативы, которые были в поселке. Евгений Шумейко согласился с критикой и предложениями. В наступившем году нам предстоит не менее сложная работа. Очень важно, чтобы принимаемые решения были эффективны, а не создавали дополнительных барьеров, сказал он, призывая депутатов к совместным усилиям по решению проблем города. Марина Иванова, Павел Корнев, ТВ Гало, Воркута.